правым флангом Валенсия идет вперед. Навиас. И посмотрите, какой момент. И счет в матче открыт. Хосе Гварди, центральные защитники. Не было никого, действительно. За спиной оказался у Пике Пьяти. Маленький Монтойя тоже здесь не подстраховал. Вальдес, правда, наверное, мог бы на выходе как-то сыграть подсчет по 2010 год. Давид Вилья теперь играет в Барсе, но Давид Вилья надолго выбыл. Месси должен забивать, конечно, 1-1. Да, ну так дарить мяч Лео Месси... Еще раз, в принципе, ничто не предвещало. Да, прострельная передача, но уж очень неаккуратный. И Абидаль. Прекрасный пас Месси. Нет, вратарь не забрал мяч. Казалось, что уже все. Казалось, он его держит в своих руках. Но держал не твердо. Еще раз, смотрите, какая опять в две передачи вскрыли все. Нужен более крупный повтор, чтобы разобрать. Ой, все это не касался. Вот здесь, наверное, будет видно. Правильнее. А может, он и будет сейчас. Перекладина пока что спасла. После удара Сеска. Барселона создает. И опять нет положения вне игры. Опять защита Валенсии близко к своему предельному уровню. Подача Месси. Перекладина отняла у него хет-трик. Но здесь опять вратарь выручил. Просто гениальный какой-то матч играет Диего Лопес. Как бы не получилось так, что он будет признан лучшим вратарем. Не ценой возможной потери игрока. Телья, ох, как хорошо он обыграл. Еще удары. Месси делает хет-трик. Но это должно было случиться. Просто по теории вероятности. И даже то, что Барселона порит голевые пенальти Месси в своем. Месси до двукратного чемпиона мира еще пылить и пылить. Но, с другой стороны, все-таки сравнивать звания чемпионов мира в футболе и в автоспорте нельзя. А если брать понятие лучший гонщик, то, конечно, Месси действительно лучший. Может быть, не три года подряд, но все-таки лучше. Третий мяч его в сегодняшней встрече. И, судя по аплодисментам, футбольного Месси стартует. Пас. Выход. Будет покер. Лео Месси. 4-1. Вот это, конечно, матч короля настоящий. На самом деле... Очень похоже было на хоккей. Месси, наверное, и понятия не имеет о том, что такой вид спорта существует. Ну, кроме завершающего уже действия. А убегал-то так чисто в хоккейном варианте. Лео, ну и поиздевал. Центр Валенсия. Посмотрите, как в фланге, на самом деле, у нее плохо. Пятый. 5-1. Как плохо у нее работают фланги. Внешней стороной стопы просто перекинул мяч через вратаря. Здесь Адиль Рами разгружал вагоны своей штрафной.